В Одесский оперный театр приходит певица из Мелитополя. «Скажите, где тут у вас диван, на котором голоса проверяют?» «Шмуклер, ну говорите честно и откровенно. Видели невесту? Что скажете?» «Если честно и откровенно, мне в ней не понравилось три вещи. Какие же? Ее подбородок». Одесское пароходство. «Я хотел бы заказать места в круизе для себя и моей жены. Пожалуйста, будут ли какие-либо пожелания? Может быть, отдельные кровати, отдельные каюты?» «Да, отдельные теплоходы». В одесском ресторане новый русский спрашивает официанта: «Скажите, блин, у вас есть в меню дикая утка?» «Нет, но как для вас, мы можем разозлить домашнюю». Одесса, поликлиника, кабинет невропатолога. «Боюсь, дорогой мой Шуцман, что с этого дня вы должны бросить пить, курить, встречаться с женщинами. Но я ведь мужчина, доктор. Можете продолжать бриться».